Кстати, офартит сегодня. Так, сейчас у меня клиент повис. Сейчас перезапущу. Не показалось ли один завоился? Не, не показалось. Черт. Не паук, а черт. Ты почему так зол на Питера Паркера? Чуть-чуть запустилось, да? Да. Печально. Это, походу, в ЦЛК сломали что-то. Скажите, спасибо, кто в куче не стоит. У нас, типа, в Гере тоже перезапустилась комната. Дайте отходить, у тебя кулак есть. Санте, а ты что купил, что у тебя VIP сейчас черный стал? Брюль купил. Серьезно? Ну, на башке видишь брюль. У него и так было 3 вроде. Че, опять перезапустилось, что ли?
Нет, это не перезапустилось, это конечное. Посчитал, да? Сформируем синьку, зеленку. Зеленка вообще собирает, понимаешь? Аллилуйя. Меня всегда интересовал вопрос, если это логово королевы льда, где она спит? Серьезно, на потолке что? Взлетела просто, а спит, где мы ее бьем? Ты заставку что ли забыл истинную? Она там орет и летает постоянно. Нет, просто тут такая площадка, ну типа не сильно на логово смахивает-то. И какая разница, она нежить. Чем ей спать, если она нежить? Давай с этого начнем. Ну, а нафиг ей логово вообще тогда? Ну типа понял, это площадка как для обозревания. Видишь, вон там внизу, там как ледяная корона, вот эта вот локация. Она сидит отсюда, туда смотрит. Видела, что полетит. Это один из, как, блядь, называется-то, подопечных лича. Который охраняет проход к нему. Поэтому... Не знаю, вот у профатов какая-то типа лаборатория, ладно. У Ланы, ну, хрен знает, короче. Свой трон. Да. А это что-то скучное какое-то. Проф ставит опыты, чтобы всякую хуету крафтить из людей. А Лана, типа, она в вампиров обращает всех. Те вот принцы, допустим. Проф чуму распространяет. А и вряд ли у нее разум есть у Синдры. В смысле? Ну, что-то она разговаривает. Ну, так-то есть. Вот у профа есть, а у Синдры вряд ли. Не, почему? Она же как бы нормальная, просто воскрешенная. Ну, по сути, ей управляет лич. Ну, если так подумать. Это маунт. Ну, так-то всеми управляет лич. Нет. Нет, он профом не управляет, проф сам. Он просто ему сам заинтересован. Верности присягнул. Да. Не-не-не, проф, это вообще Гайзенберг из сериала «Во все тяжкие». Проф самая прикольная озвучка. Вот эти челики, которые к Синдре на подходе. А еще есть Булвар. Не, Булвар лох. В смысле, Болвар за добро. Чё? Сильвана в одну соску распинала. Это да. Да она ОП просто. Сильвана там какого уровня уж? На офе там какой максимальный? А, Болвар 80. У него Болвар 85. Он получение опыта стопнул просто. Ну уж заморозили, он там не качает. Нет, в смысле, он как бы
заморожен, но как бы нет, он же обучался всей этой фигней. Молот себе... У него горит пердак постоянно, он не может быть заморожен. Кстати, да, там разница температур небольшая есть. Тотемы. Хочу РДД играть. Кому там надо спугов, босс? Да никому. Кому? Никому. Все лича ждут. Окей. Тогда делаем следующим образом. Так, мне заходи шестым хилом. Войд, заходи, подамажишь. Нурглет лагает, нет? Менять, не менять? Ну, периодически зависаю. В ДД тогда спекайся. Могу потанчить вместо него. В ДД спекайся. Коват со мной потанчит. ДЦ нет, поэтому смотрите. Четыре шамана. Да изи. Вас спасать никто от притяжки не будет. Это шкаф. В принципе, можно сила бездну спекнуть, но не хочу. Мне надо просто четыре раза поймать дыхание. Да, ты в танка сапрот пьешь обязательно. Здесь. И просто ловишь дыхание. Последнее дыхание будешь ловить под конец убийства босса. Оставьте рыбу, пожалуйста. А в танк я не рыбу я поставлю. Танка шмот одел, хватит, думаю. С коня не слази. Сапрот выпей. Сапрот выпил. Кстати, да, как вариант, с коня не слази. Я в хиле, да? Ага. Да. Бафрать. Где-то рыба там есть, нет? Да, есть рыба. Да и рыба. Там все оставили. Просто там сначала надо будет скрафтить, а потом будет. Семья готова? Не понял. Ты кого отловишь? Карина готова, нет? Карин. А, сейчас вижу. Да я че. Не дал. Зачем нам все готовы? Сдавай кадро. Да никто на плыл даже. Ага. Да? Какой на пол? Стоп. На пула нету в рейде. Свои ауры привлек. Че она ко мне пришла, блядь? Она чувствует, кто здесь главный. Просит 19 стаков. Любит пожестче, он посередине стоит глыба.
Сразу дыхание не лови. Да. Одно под конец оставь. Три штуки есть. Ну все, жди. Больше не лови. Скажу кару. Дай массакру. Трепещите! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Давайте дальний. Все, зарядил. Насколько баф дался? 6 минут. А, да, 6 минут. Фаза пошла. Санты. Локатор. Азом, иди. Вытяжка. Вагоны. Разбивайте. Беги, малышка, беги. Убирайте. Следующее влево. Перс. Лайк, лайк, открыть. Да, я, у меня прожимок еще нормально. Босса добивайте. Ой. На ворота. Сань, твой кошак там? Ну, да, там квест даже был. Сбегать. Да выпусти. Есть. Что? Джекерной мейнспек. А, это обычно что-то. Это обычно. Да, сейчас гера путает. Осколок под... Осколки падают так, как в гере. Вот и путаешь, да? Да, да. Кто такой Джонни Тате? На килл ли? Это наш Аршам новый. Капец у вас Аршамов. Мне в Лемо или в Аршаме остаться? Нам надо освобождать... Ну, два места точно. Ну, формируй Харадарит. Украина на ачивку или на сундук? Нет, на сундук.
И Хан тоже на сундук. Так, по поводу ЕП. Было на числе 6. Это тоже еще на сундук? 5 числа еще. На сундук, да. За горы. Давайте пати сундуков сформируем. Так, Войда заменяю. Вот сюда. Бля, я так подумажить хотел. Ёбаный кокос. Так, давайте, кто хочет послакать? Давайте так будет проще. А, меня слышно, нет? Планет, если не продают, то можешь. Но там вроде продают. Про что? Нет, не слышно. Я захожу, у меня интернет вылетел просто. Все, силобезные просто на Долоран. Ебану. В смысле, сервер лежит или что? Работает. Присмотрите этого. Зов никто не будет брать? Я бы взял. Планет, ну зайдешь тогда. Бля, у меня кто-то спрашивал про Фалик. Я уже не помню. Фалик? У меня нету в сети, который Фалик. Фалик Хан с самого начала РТ ждет. К покупателям ачивы прибавь. Сейчас еще один будет рога, погоди. Суманите меня, пожалуйста. Фамилия. Какие ты, Миша, сложные схемы. Можно было просто написать «спрыгните», когда это. Чё, у нас перекур, да? Я всё сформировал, объяснил, плату взял. Можно... Запускаю? Подожди, ещё один чел есть. Есть кто освободит слот? Кладбон, выходи. Так. Кого? ДКшку? Нет, сейчас вот рога. Тоже начал. Приглашаю ему падики, да. Вот. Мальчик. На что? На Киловича. А, окей. Утя, ты? А сколько да. Киловича сейчас стоит? Напиши раз, ему 5. Тогда, чтобы это тоже спрыгнул. Да, напишу. Ну, тыкните его. Как все готово, скажи, запущу. Чё там с рогой? Чё он там, блядь, тупит? Я его два раза суманул.
Он, походу, сам побежал. Сейчас на какой-нибудь вальк валит. Ну, он стоял возле, видать, джинста. Короче, пиши ему, пока что спрыгивал. Тут. Я ему уже написал. Раз годом, скажи. Злые вы, сразу людей в пропасть. Пускай скажу спасибо, что на колоннах вот на этих не повесили. Да не, было бы эпично, если бы ловушки были бы, чтобы они в ловушку забежали потом. Все, запускаю. Сейчас он обмен кидает. Деньги, да? И в пропасть его. Все, скинул деньги, короче. Давай, запускай. По идее, готовы. Он уже спрыгнул, дурачок. Неужели прибыли наконец? БР. Мне бросить ледяную. Он скажи, когда босс запустится. Когда босса бить начнем, тогда. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь. Говорит 5 секунд. О. Я не буду слушать. Ты на боссе, я? Ладно, я. Быстро ты решил. Моей безграничной мощи. А я даже не спрашивал, я знал. Да будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в шоке. Нурглет, дуди. Только ли справа или слева будет? Вот где я прыгаю. Фарада, ты бы еще написал вайп отряд вперед. Разум. Вот прикольно выглядело в прыжке этот демон. Кого-то здесь спать? Да это. А у меня нет ЛП-шек. Если что. На полу у нас нету. Я знаю, но переагивать. И не диспалите меня. Шаман. Иди отсюда. Да как меня бесит кот, сука. Эх, я не африк. У тебя хватит рвать игру. Моя вар, моя бить. Позоришь армсов.
Как я угадал, да? Сильно такой гад, блин. Блять, меня еще и Валька схватила, и осквернение на портале стоит. Я на сапогах сейчас буду выбегать из него, отойдите. Да пофиг, там выбежишь, эта обычка тут не быстро развивается. Там 4% осталось, 3. Блин, что-то как-то он быстро умирает. Ух ты, бля! Здравствуйте. Где ты я это уже видел? Хорош. Кто развил? Угадай. Из розовых. Твой собрат. Это уже был... Подсказку, это уже было, только в ше... в хэ. Подсказка. А давай заклеиваем шаркри. Каждый раз так люди думают, да барин меня по-любому не упадет. Хуя себе, Лёх, ты чё, сатанизмом занялся? Секунду, релогнусь. Изгоняю, изгоняю, блять, нечисть. Хорош. Экзорцизм тупо кастанул, да? Лёха как что-нибудь придумает, страшно стоит. Раздевалка. Энхи не дамажит. Тимыч, ты еще не видел, что сегодня в ЦЛКХМке? Бля, я даже не знаю, радоваться, что у меня света не было, или плакать. Лёха, дьявол. Чё там, на фул закрыли? Нормальный лут? Да. Чё упало? Цветение. И кто его взял? Почему не у провокатора? Потому что Пухан забрал со своим конченным приором в 30. Сейчас бы, блин, Фурику забирать цветение. А чё, нельзя что? Бис. 3,7 плюс 3,7? Не, не. Без добав каску по шаману. Если бы у него не было шлема, то понимаю. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Ты паладины все, блядь, нечисть. За то, что замучил и вы нападаете на меня. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будет... Паладинины в Довареде, это, блять, это пиздец. Все до единого. Но зато все... я на куполе не дохну, в отличие от некоторых. Будем пальцем, да, показывать? Знаешь, да. Ладно, на куполе ты один сдохнешь, а тут ты, блять, весь элит ложишь. Наличие. Вот в чем разница. И ладно. Причем, блядь, на сквернении. Единственное, блядь, момент, который надо отслеживать тут. Ну бывает, что ты скажешь. Не бывает. Это вас пуги сглазили.
через тебя там сейчас насчет глубины напишут. Халва? Угу. Да эти пуги, наверное, сидят и охуевают и смеются над вами. А мне я если один... сами лича не могут убить, то им нечем, нечем смеяться-то. Не, а они видят ГП или это только в гильдии ясно? Где? Ну, если поставить, чтобы линковалось в рейд, а не в гильдию, тогда бы увидел. Не факт, что не знаю, что... Сейчас, Лёха, много кто тимпов надевает. Ты не узнаешь, у кого чей мейн. Ну, же видно. Сразу против. Если игрок уже давно играет, у него будет вип 1%. Ну, блять, вы чё, ёбаный в рот? Подними, мать его. Бафы, мать бафы, прожмите 1%. Диспел. Ты думаешь, Фарада забирать или нет? Толпу убивать, как бегать на. Сдавать кулак нет. Нормально. Сейчас будет АОЕшка. Не разница, Вайки, блядь, сразу подлечен, добить их пару сек. Про сквернение сейчас забуду, книгут, и опять вынесу подвали. Деревянный, куда ты? Это ты про Фарада? Не знаю, со мной деревяшка побежала к краю, какая-нибудь. Так, он... Вернение. Да вы чё издеваетесь? Опять деревяшка рядом. Оушит. Кислый, останься у края. Кто-нибудь подбегите к краю, я... Достанешь? Не Лёха. Если я на Лёху разбегусь, это... Так раз. Я говорю, до меня до сна. Экзорцизм сработал. Вернение. Отошли все отсюда нахрен. Ну, я пытался. Я если скину. Валик, не бить. Чё бить? Край. Не бейте. Лорус, вы, конечно, заебись придумали, только сферы могут прям под вами поехать. Не, они на малом круге появляются. Дальше за малом круге. Могу, а я так могу постоять? Ну они не лавкают, и они самоотхиливаются.
нечестно. Они даже в Хэнке ж так делают. Да я видел, что так делают. Хочу то, что. Матеолов, медведя, прыгнешь, стан дашь, когда кастовать будет дух. Склад твой летел, если вылетел? Духов собирайся. Да. Что у меня третий день подряд в одно и то же время. Вовремя. Ну такое. А че это он в обычке бьет больше, чем Герри вот этой листости? Че-то не одна. А. В смысле больше бьет? Ну вроде одинаково бьет. В обычке. В Герри он 400 500. 4 миллиона, ты хотел сказать? Не, ну, я показываю 400 тысяч. Ну, по мне всего лишь 100 тысяч урона зашло под берсой. Но опять же, я не прожимался, на мне дефов никаких не было, ничего. Не знаю. Ну, еще 400 тысяч ты бы не выжил никак все равно. Так, ладно, тихо. Ну, кто там, кого надо запускать, кого, кому босс не нужен. Давайте. ДК-шная группа... Кызяламолс. Восьмая группа, Украина и Хант. Окей. Я выйду. Ват уже вышел. Набирайте, может они что-то возьмут. Пока не заходи. А тут очередь, тут 5 минут пишется, чтобы зайти. Даруй мне последнее благословение. Да, ну. Дай мне силу. Украина дай... фалик не будет покупать? Не Украина фалик, а Хант фалик. А, Хант покупает Хант. Так, Ханта суманёте. Где тут я в плате вообще? А так я так хотел бы... Сейчас... Зов полутать. Зов, если что... Украина, если что, зов заберёт. Так. А, тогда не надо уже ничего. Стал вовремя. Сразу. Не, ребят, я вот тут стою, записываю. Так. Украина вместо кого-нибудь.